Вчера в Джорджии прошло голосование второго тура выборов в Сенат, в Верхнюю палату Конгресса США. На самом деле это очень важное голосование, хотя и прошло в одном штате. На кону стоит очень многое. По законам штата, если ни один из кандидатов не получил в первом туре половины голосов, то в таком случае назначается второй тур голосования, что и произошло. Оба сенатских места от штата не получили победителей и вчера прошел второй тур. Эти два штыка сенаторов решают, за кем будет весь сенат. И в случае победы демократов у них получается фулл хаус. Поскольку избран президент-демократ, нижняя палата Конгресса имеет большинство за демократами, и теперь остается только верхняя. Так что голосование имеет большое значение именно с этой точки зрения, но не только. Здесь, в Джорджии, возникла ситуация, в которой должна была проявиться магия Трампа с одной стороны и прозрачность выборов с другой. В первом случае речь идет о том, что все два месяца между этими двумя турами Трамп усиленно культивировал тему ⁇ Есть моя поддержка, есть победа ⁇ Нет моей поддержки, нет победы ⁇ Ему удалось создать миф такого себе фартового парня, с которым каждый республиканец обречен на победу. И наоборот, без его благословения не светится ни одна выборная должность, в частности, сенатора. В данном случае Трамп демонстрировал все свои возможности и накануне выборов, участвуя в предвыборном митинге, использовал ужимки и все свое красноречие для того, чтобы мобилизовать республиканский электорат для голосования за кандидатов республиканцев. Он из трусов выпрыгивал, пытаясь довести зрителей до экзальтации высшей степени ненависти к политическим оппонентам, Часть публики всегда воспринимает подобное на ура, нам ли этого не знать. Да и сам Трамп показал, что он вышел на пределы своих возможностей. Больше того, что было показано в Джорджии, ему уже нечего предложить. С другой стороны, постоянно подогреваемая Трампом тема о фальсификации выборов должна была повлиять и повлияла на ход этих выборов. Все процедурные моменты контролируются тройным слоем, чтобы комар носа не подточил. В таком случае, если и были какие-то фальсификации здесь, должен быть не просто результат за республиканских кандидатов, а с гигантским, как говорит Трамп, отрывом. Ведь Джорджия была одним из пяти штатов, где Трамп оспаривал результаты и настаивал на том, что тут произошли массовые фальсификации. Ну а если результаты оказываются либо не в пользу республиканцев, или даже если они и выиграли, то с минимальным преимуществом, то это говорит о том, что Трамп лжец и никаких фальсификаций не было. Причем это на фоне того, что кроме Джорджии вчера больше нигде голосований не проводилось, и все внимание было приковано именно к ней. Агитацию вел как сам Трамп, так и другие видные республиканцы. И вот Нью-Йорк Таймс говорит о том, что по первичным результатам подсчета голосов одно сенатское место уже уходит к демократам. Чернокожий пастор Рафаэль Уорнок побеждает республиканку Келли Лефлер, а во второй дуэли демократы также близки к победе. Еще раз, это предварительные данные, и чуть позже мы вернемся к этой теме с подведением итогов. Ну а сегодня, примерно в 13.00 по времени Восточного побережья, начнется главное событие ⁇ голосование по президентским выборам в Конгрессе США. Так что ожидается достаточно много материалов по ситуации в США.